середина света. Но хотел бы сказать, что я хотел размышляю, думаю, все-таки день рождения, второй день для рождения у нас. Мне, например, никогда в жизни не приходилось в одно место приходить два раза для рождения. Я помню, день рождения у нас всегда отличалось чем-то. В молодости мы всегда день рождения дарили кино друг другу, потому что особо нечего было дарить. В магазинах так особо ничего не было. Но дарили книги, я помню, мне книги приносили, я книги относительно день рождения, у меня есть. Так что те, кто не подписывали, то можем было еще раз говорить. Ну, таковы были день рождения. У нас два дня были день рождения, мы все счастливы, радуемся, прославляем именинников. Но на самом деле это не просто день рождения. На самом деле это день явления, особенно сегодня день явления Шилы Прабхупады. Я подумал, с чем можно сравнить его день явления? И размышлял, смотрел на облака, на солнце, подумал, о, попробую сравнить с солнцем. Вот давайте на одно мгновение представим, что мы цивилизация, наши дети, наши внуки, наши прадеды, бабушки, и все родились в цивилизации, где нет солнца. Все живут, уже легенды о солнце, они уже стали легендами, некоторым даже неинтересно. Все люди начали жить просто теми эталонами, теми мертвыми, которые накопились в их жизни. Какие-то осветительные приборы у нас. Мы пользуемся какими-то аккумуляторами, пользуемся еще чем-то, то, что освещает. И в один прекрасный момент на небосводе появилось солнце. Можно ощутить, да, что произойдет. Я подумал, что может это будет неплохое сравнение, что Шрила Прабхупада подобен солнцу. По крайней мере, в моей жизни, когда он зашел, то первое, что мне очень понравилось, и я хотел бы узнать, может, есть тоже единомышленники, которые тоже это очень их впечатлило. Мне очень понравилось то, что я не тело. Поднимите руки, кому это жизненно тронуло так, что он был просто вдохновлен и поражен. Видите, сколько много родственников, я даже не всех знаю. Что оказывается, мы не есть это тело. И это прекрасно на самом деле. Потому что все страдания, которые связаны в этом мире, связаны только с телом. Однажды Прабхупада летел в самолете, и с одного боку сидел слуга, рядом сидел слуга. Прабхупада достал журнал. Открыл журнал и увидел там рекламу, что не рекламу, а как бы такую социальную статью, что женщины хотят свободы. Он так подумал и говорит, рядом сидел Нитай Дас, он говорит, он идет с стюардесса, она хочет свободы. Подойди и скажи ей, пусть она побороется наголо. Нитай был в шоке, Шрила Прабхупада. Я тебе сказал, сейчас подойди к стюардессе, скажи ей, пусть она побороется наголо. Он промолчал, Прабхупада улыбался, и никто не мог понять, когда он шутит, когда он шутит. Однажды спросили у Прабхупады, почему гроете Рома? Он говорит, а почему сегодня корреспондент? Она говорит, а почему гроете Рома? И разве это не солнце, которое все ставит сразу на свои места? Вы не есть это тело. Очень хороший пример, который привел Бхакти Тиша с вами. Он когда пришел в движение, он был, тело у него было африканское, он пришел в движение только с одной целью. Он думал, ну хоть здесь, а меня не будут доставать, что у меня африканские. Но когда он пришел, он понял, что на самом деле все очень знакомо, и все ученики, все его братья в Боге относились к нему с каким-то уважением, пренебрежением. Я подошел к Прабхупаде, говорит, Прабхупада, почему ваши ученики такие материалисты?
пропадает. И он думал, сейчас пропадает, скажет, да не переживай, там все нормально, у тебя цвет там, цвет тела Кришны, еще два. Как успокоить? Пропадает, вернулся, посмотрел и сказал, если тебя это беспокоит, то ты ничем не отличаешься от него. И у него, его сердце солнце зашло. Он говорит, я настолько Прабхупаде признателен, он дал нам понять, что мы не являемся этим телом. Также Прабхупада очень часто, это то, что первое и основное, что нам необходимо понять, что мы не являемся этим телом, что мы находимся в материальном теле, и что над нами стоит Кришна, тот, кто является господином материальной энергии и господином души. Однажды ученики попали в аварию. Была очень сложная авария. Один автомобилист, он прямо на красный свет поехал и врезался в автомобиль преданных в сторону водителя. Двое преданных вылетели прямо с окна. И один, который из них вылетел, упал на дорогу и буквально в полуметрах возле него прошла машина. И четыре машины столкнулось. Несколько людей получили травму. И он реально чуть не погиб. Он пришел к Прабхупаде и начал рассказывать. Прабхупада очень внимательно выслушал это все. И выслушал, потом говорит, если бы не Кришна, ты бы умер, ты бы погиб. Он, да, Прабхупада, да, это факт. Потом следующая была встреча, когда делали массаж, и он рассказывал, и он снова повторил, что если бы не Кришна, ты бы погиб. И так он три раза сказал. Это был Шудитирти Прабхупада. И потом, после третьего раза, я понял, говорит, что если бы не Кришна, не Прабхупада, я бы погиб. И на самом деле, если бы Прабхупада не взошел бы здесь, в этом мире, мы бы все погибли. Представьте, он говорит, что благодаря движению остановилась Третья мировая война. Благодаря нашему движению люди все размышляют о каких-то вспомогательных духовных вещах. Вот упоминали, что даже, по-моему, Шакти Сварупа говорил, что даже в Нью-Йорке, когда он приехал в это место грязное, люди начали говорить о духовных вещах. Я вот недавно, когда ездил на встречу своих друзей, еще на службе, и встретил преданных. Ну как преданных, я уже считаю преданных. Они просто там земляки из Днепродзержинска, другие из Днепропетровска. Мы общались с друзьями, я ограничивал себя в тех вещах, которые мы не делаем. И одна женщина, она заметила. И говорит, интересно так, говорит, кого вы меня напоминаете? Я был, конечно, замаскирован, был кефтер, кефтер ложный. Говорит, ну вот интересно, ну я вот хотел бы узнать, не это ли ваше движение? Мне диск один подарили. А они один диск подарили, который я слушал, да не ваше? И она так задумалась, она сказала, Говинда чая чая, Прабхупада чая чая. Но у меня никаких не было признаков преданных. Я был в обществе, где нужно было вести себя просто. Но из-за того, что мы избегаем греховных вещей, то люди замечают. А почему? Потому что везде распространяется духовная энергия. И Прабхупада говорит в Шримад-Бхагаватам, что книги, которые я написал, они перевернут сердца людей. Что это значит? Перевернуть сердца. Мы что хотим? Мы сейчас говорили сейчас очень хорошие слова. Преданные сказали слова, прямо мое сердце, мой камень еще не вообще стал. Я с каждым разом, когда слушаю такие обращения к Кришне, к Прабхупаде, я чувствую восхищение. Что мы хотим, чтобы в сердце произошло? Чтобы в сердце у нас ушло ложное эго, в котором скопились все наши нежелательные вещи. Это желание к почести, это гордость, вожделение. Это то, откуда берется, как говорится, растут ноги. Откуда растут ноги у этого материального существования. Мой духовный учитель очень хороший пример привел. Один из ранних учеников Шрилы Прабхупады, он рассказал свою реализацию. Меня так она тронула, она была очень актуальна. Мы изучали Шримад-Бхагаватам под непосредственным руководством Адипуры Шибуру. И мне это тронуло. Он говорит, один раз его пригласили на программу в каком-то колледже. Было написано с вами, бхакти-йога, медитация. Он подумал, ну, еще очередной с вами пойду-ка, я посмотрю, что там происходит. Он пришел раньше, минут на пять, никого не было.
на сцене, он подошел, нашел свободное место и подсел к одному индусу. И они сидели вместе. Потом этот индус спросил, сколько время? 7 часов. Он нельзя опаздывать, пора уже идти на место. Он встал и пошел на сцену. Это был человек Прабхупада. И он говорит, и я понял со временем, что Шрила Прабхупада был всегда в рядах обучающих людей. Он всегда получал образование, всегда хотел понять и показывал пример, что мы должны всегда. Потому что тот человек, который хочет кому-то что-то показать, тот человек, который хочет кому-то указать путь, он должен обязательно от кого-то получать это знание. Потому что мы на самом деле обусловленные души, и нам очень сложно понять священные писания, веды. Именно под руководством старших вайшнава мы можем понять, о чем говорил Шрила Прабхупада. И Прабхупада был прекрасным для этого примером. Поэтому в этот день я хочу прежде всего поздравить всех преданных, которые пришли сюда, которые оценили это солнце, которые, он, я уверен, что эти преданные получает его благословение, наделены его качествами, потому что качество, которое сейчас я пытался объяснить, это его сострадание, его терпение, которое он проявлял, и его смирение, которое он показывал. Это наши качества, которые мы хотим украшать свое тело каждый день. Например, когда мы встретились со своими друзьями, это бывшие воины в Афганистане, были все в медалях. Каждым годом мы медали все больше и больше. Почему-то. Но эти медали они одевают, раньше они одевали один раз в год. Сейчас они одевают уже 4 раза в год. На День Победы, на 23 февраля, вывод войск, ну еще День десантников. Но потом они их ищут, я так понимаю. Это их некачество. Они украшают этими качествами свою грудь раз, два, три раза в год. Мы хотим своими качествами, которые нас наделяют Шрила Прабхупада, украшать себя каждый день. Каждый день хотим показывать уважение, почтение, милосердие, смирение. Как можно без смирения познать книги Прабхупады. И это солнце, на которое мы можем смотреть. Говорится в йоге, если смотреть на солнце, восстановится зрение. Поэтому если мы будем смотреть на Шрилу Прабхупаду, делать выводы, благословлять, уважать, любить друг друга, тогда я думаю, что наша жизнь станет еще лучше, еще краше. И улыбки, которые сейчас на ваших лицах, они никогда не будут сходить. Шрила Прабхупада ки джай! Описание Шрилы Прабхупады, удивительное подношение. Мы можем видеть, что каждый преданный особенно выделяет какое-то качество Шрилы Прабхупады. Какое-то из качеств привлекает преданного, находит наибольший отклик в его сердце. Сегодня утром я, для того, чтобы как-то больше думать о Шриле Прабхупаде, я открыл книгу Шрилы Прабхупады и прочитал несколько историй. И очень ярко всплыло одно качество, которое, к счастью, не было еще упомянуто. Шрила Прабхупада рассказывает о том моменте, когда Шрила Прабхупада, когда он служил Шриле Прабхупаде и он решил оставить, служа Шриле Прабхупаде, он решил оставить это служение, он решил жениться. И для него это была серьезная внутренняя дилемма. Он, с одной стороны, он понимал, что он оставляет служение вечному духовному учителю, он оставляет такой редкий шанс. Но с другой стороны, желания его переполняли, но он так сильно хотел жениться, у него уже были, начал строить уже планы. И он рассказал об этом Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада никак не отреагировал на его. А он сказал, хорошо. Он не стал его отговаривать, он не стал его разубеждать, он не стал ему проповедовать о временности его существования. Он просто принял его таким, какой он есть. Это первое, что меня впечатлило. Потом, через несколько дней, когда Шрила Кирти уже не выполнял это служение, Шрила Прабхупада позвал его в комнату и говорит, принеси мне, пожалуйста, мою белую сумку.
И что Гёте знал, что в этой сумке Шрила-Прабхупада хранит особо ценные вещи. Он достал оттуда два кольца и подарил их Шрила-Гёте. Шрила-Гёте онемел, то есть он был поражен этим. То, что Шрила-Прабхупада настолько проявил к нему внимание и настолько проявил к нему человечность, что в его сердце возникло огромное чувство благодарности. Потому что это на самом деле искусство. То есть Шрила-Прабхупада владел им в совершенстве. Он всегда говорил, он всегда действовал так, что в сердцах его последователей, в сердцах тех людей, которые его окружали, возникало чувство благодарности и желание что-то сделать для него, желание что-то сделать для Кришны. И это качество человечности. То есть он просто, несмотря на свое положение великого лидера, несмотря на свое глубокое понимание философии, несмотря на миссию, которую он осуществлял, на которую он вдохновлял преданных, он оставался человечным и очень внимательным к своим слугам, своим преданным. Шрила Прабхупада ки джай! Преданные, вас всех поздравляю с великими днем юбилея нашего ачарья, основателя ачарьи Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай! Я извиняюсь, не готовилась, и мне подошли, попросили сказать. Я как бы вот вижу, я так отказала, потом подумала, нельзя. Неужели за столько лет я не могу ничего сказать нашему основателю ачарьи, не могу его поблагодарить? Ведь он нас слушает, и ему, наверное, как-то вот приятно видеть, когда мы пытаемся как-то выразить свою благодарность ему, потому что только в благодарном сердце рождается бхакти. И поэтому я очень благодарна вам, дорогой Шрила Прабхупада, за то, что вы нас всех здесь собрали. Потому что если бы не вы, действительно, где бы мы были сейчас, если бы не это солнце, которое зашло для всех так неожиданно, так ярко и так радостно озарило все наши сердца. Шрила Прабхупада, я помню, я с ним встретилась, когда только пришла в сознание Кришны, мне вместе с Шримад Бхагаватам в Минске подарили такую книжечку Прабхупада со Сварупада с Госвами. И она меня настолько впечатлила, я просто не могла от нее оторваться. Оттуда исходил такой необъяснимый вкус, я даже сейчас не могу сказать, что это был за вкус. Это вкус чистого бхакти, вкус чистой преданности. И потом я много читала все эти трансцендентные дневники Хари Шаури Прабху. Я просто не могла читать их без слез. И что меня поразило, я как бы какие качества Шрилы Прабхупады меня очень впечатлили. Это его огромная любовь к своим последователям, к своим преданным. Они все были, как мы знаем, далеко не чистые преданные. И как он к ним относился, с какой любовью. Это настоящее качество святого. Вот если сравнить даже сейчас, будучи уже преданными, проходя по улицам и видя бомжей или каких-то там людей сомнительного толка, у нас еще в сердце не возникает чувство сострадания, чувство любви к ним. Но Шрила Прабхупада, видя, как его ученики просто иногда приходили в невменяемом состоянии, иногда они просто надолго отходили как бы от движения, потом возвращались. И даже сам он жил с одним, мы знаем, я забыла, как его звали, к сожалению, один из первых его, ну, кто его приютил, у кого он жил, преданный, как бы сказать. Он был наркоманом, и Шрила Прабхупада, он все равно его очень жалел, он так его любил и хотел взять его в Вриндаван, но, к сожалению, он так и не смог побороть эту свою привязанность к наркотикам. И это вот его качество святого, он очень трогает сердце, и просто невозможно без слез это читать. И меня поразила вот одна история, и когда так вот вспомнила, хотелось поделиться, вот насколько Шрила Прабхупада, он помнил каждого, думал о каждом. И даже вот как мы слышали историю, уже не раз рассказанную, Шактисрупа Прабху еще раз вспоминала об этом преданном, который был саньяси, который пал. Очень много таких примеров, что Шрила Прабхупада спасает своих учеников, и все его слова, которые он обращается к преданным, и говорит, что если вы будете служить мне, я вас никогда... распространяют мои книги, то я приду сам лично и заберу вас с собой в духовный мир. И меня очень поразила история с одним из его учеников, с выдающихся учеников. Это Хайгрива Прабху. Хайгрива Прабху, он был ученым, он
очень хорошо разбирался во всяких науках и помогал Шриле Прабхупаде писать научные статьи, чтобы там таким образом людям повествовать о ведическом знании, как-то связывали материальное знание через призму вед. И Шрила Прабхупада его очень любил и очень ценил. Ну, он как бы был такой, знаете, вот и преданный, но еще были у него какие-то материальные привязанности. И вот был какой-то у него такой сложный период в жизни, он отошел от движения. Отошел, его как бы долго не было, Шрила Прабхупада ничего как бы о нем не слышал, но он постоянно думал о нем, молился. То есть, как вот будучи уже таким ачарьем, будучи у него много учеников, много забот, много хлопот было с движением, он все равно помнил о нем. И вот, как описывает Хари Шаури их встречу, когда Шрила Прабхупада сидел со своими учениками, они там бурно что-то обсуждали, в этот момент открывается дверь, и на пороге появляется Хаягрива с длинными волосами, за рожку видно, что Майя его так сильно побила, и он пришел, и говорит, это была необычная встреча, мы там все замерли. Он смотрел такими глазами на Шрилу Прабхупаду. И Шрила Прабхупада, он тоже смотрел на него, и это был такой, знаете, глаза в глаза. И говорит, мы так потихонечку встали, поняли, что мы здесь лишние, то сейчас произойдет что-то такое необыкновенное. И удалились. Ну, говорит, нам было же интересно, мы присматривались, и мы видели, что у Прабхупады потекла слеза по щеке. И он сказал, Хаягрива сказал, что это Прабхупад. Говорит, твой Хаягрива вернулся. Он говорит, я так тебя ждала. Я никогда тебя не забыла. И всегда тебе молился. И просто это сострадание просто так проникает в сердце, что мне без слез это читать. Я думаю также, что Шрила Прабхупада, он как все время говорит наш духовный учитель, он еще более добр к своим внукам. И я надеюсь, что Шрила Прабхупада, он знает нас всех лично, и просто давайте ему молиться, действительно относиться к нему как личности, рассказывать, и он делится своими впечатлениями, просить его благословения. Я думаю, что Шрила Прабхупада, несмотря на то, что он оставил этот мир, он не оставляет своих движений, не оставляет своих преданных, никогда не забывает своих следователей. Шрила Прабхупада Киджай. Все руководители в нашем движении, GBC, президент храма, принимают там присягу на верность ИСКОН и дают свои обеты. Члены GBC это делают каждый год в Майпуре. Президент храма это обычно делает на национальном совете. Но поскольку у нас сейчас в нашей общине управляет совет, мы с еще такие подумали, что будет хорошо, если все члены нашего руководящего совета тоже примут эту присягу. И примут ее, потому что самый хороший день сегодня, день удаления Шрилы Прабхупады. Чтобы эта присяга была принята здесь, вот перед Шрилой Прабхупадой, для сознания ответственности. Никогда не забывайте об ответственности, которую они несут. Не забывайте перед Прабхупадой, перед ответственностью перед вами, перед детьми, следующими поколениями нашей общины. И сейчас, в общем-то, мы все мы будем принимать присягу, вы будете в вашем присутствии. Присягу искон и обещаю. Я, Шикон Парагаригас, принимаю присягу искон и обещаю. Я, Рамарупа Дас, принимаю присягу искон и обещаю. Я, Сатья Дас, принимаю присягу искон и обещаю. Я Гурганатхар Дас принимаю присягу искон и обещаю. Я Премадаса Дас принимаю присягу искон и обещаю. Все вместе. Принимать от Его божественную милость, все Бхактивиданту Сами Прабхупаду, как основателя Ачарью и высший авторитет искон, следовать Его учению, наставлениям и руководству. Принимает руководящий совет ИСКОН, управляющий орган ИСКОН, наделенный высшими полномочиями, как это засветить известного завещания Шрилы Прабхупады. Подчиняться духовным правилам общества, а именно не вступать в недозволенные половые отношения, не употреблять обменяющих веществ, не играть в азартные игры, не принимать пищу мяса и ежедневно повторять по меньшей мере 16 кругов Махамантры.
следовать принципам, установленным в книгах Шрилы Прабхупады, принимать все фонды, средства и имущества ИСККОН, находящиеся в сфере моего влияния или под моим руководством, включая все, что ИСККОН приобрел под моим руководством, является ли единоличной собственностью ИСККОН, или в случае моей смерти, ухода с занимаемой должности или иного прекращения всех моих обязательств ИСККОН, все это переходит исключительно во власть ИСККОН, и я никогда не заявлю о своих правах для этого ни в какой форме. Действовать под духовным руководством ИСККОН, сотрудничать с местным представителем GTC и исполнять свои обязанности в духе служения, никогда умышленно не действуя против интересов ИСККОН, поддерживая духовные программы, стандарты, лечения, установленные Шрилой Прабхупадой в проектах и в отношении преданных, находящихся под моей опекой. Я также принимаю условия не вовлекать общество и преданных, находящихся под моей опекой, в никакие действия, противоречащие вышеупомянутым принципам. Гаура Вирбхава, Гаура Вирбхава, Гуми
Бхумиствам, Нидышта, Саджана Прия, Вайшнава, Сарвабхаума, Джаганадхая, Сенамаха, Панча, Калпатарубьяшча, Випасиндю, Девача, Атитанам, Аманебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Намо Махавадханьяя, Кришна Према, Радаяте, Кришная, Кришна Чайтанья, Кришинамаха, Панчататва, Атвакам, Кришнам, Бхактарупа, Калпатрумадха, Шримат, Ратнагара, Симхасана, Бхау, Шримат, Радха, Шрилагавинда Девау, Чайтанья, Нитьянанда, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададар, Шри Адвайта Гададар, Шри Васади, Гора Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutale, Srimate, Bhakti Vedanta, Sahi, Vidinamine, Namaste, Namaste, Sarasvati Deve, Gauravani, Vrajarine, Nirvishesha, Shunyavadi, Pashyatya, Deshatarine, Pushpanjali. Гауравани, Рачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Ашьятья, Ашьятарине, Прабхупадки, Джай, Вишну Падая, Вишну Падая, Кришная, Кришна Кришная, Бхутале, Шримате, Бхактивиданта, Свами, Динамине, Намасте, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Гауравани, Рачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Ашьятья, Дешатарине, Прабхупадки, Джай! Bye.
Thank you.
Аминь.